5. Короче, это будет 3-1 в пользу Муна. Увы. 3-1 в пользу Муна. Ну что, самое время за сделать заборчик на десяточку, как говорится, а я на фокуса. Как ты считаешь? Да, почему нет? На десяточку? На десяточку? На десяточку! В смысле, 10 тысяч рублей ты имеешь в виду? Да! Надо мне сбивать материнку. Где, если не у тебя? Подожди, то есть я для тебя просто мешок, ты не того нашел вообще. Ну, компаньон по серьезным ставкам, я бы сказал, забористым. Есть повод подавить игру и разбавить контент! Ну так что ты скажешь, на 10к? Ну я с детства за Муна, поэтому... А я на фокуса, ну что, мы забиваемся, заборимся? Да. Да, заборились. С ГГ на ГГ. Ну, фокус давай! Не победи последнего! Давай, фокус, сука, тащи! Тебя строят, отбивайся! Что ж ты творишь на работе? У вас же 75 голды потерял! Блейд увидел, хорош! Есть даст минус арча, сейчас он ему набьет мечом! Протектор достраивается, смотри, сейчас твоего фокуса в первой же игре за 2 минутки протянут. Кого протянут? Выходи давай! Сегодня мы станем та-да-да-да-та-та! Сохраняй! Давай, добивай Нора и своего Грюнта! Фу, отдал опыта, убил Арчу, хорошо. Найс! Кипер уже 2-3 против 1-3 Блейда, протектор живет, сейчас будем поджимать эту зеленую тварь. Вот это ты начал вообще по забористому сразу. А ну-ка соберись этого эльфа, как говорится, подожми рядом с деревушкой, чтобы он потерял свои пеньки. Ты же сейчас это не должен с женой поговорить по поводу десятки просротой. Ну то есть как бы... Я с своим поговорил, он одобрил, как говорится. А, окей, так хорошо. Так что все нормально и ровно. Ладно, ладно. Ай-яй! У него бутылка есть, прикопка, осидка, фокус! Фокус, лечение, бутылка! Нет, не надо, не надо, второй блейд! Нет! Да ты что, прикопай, убей его, убей! Убей его! Спокойно, изи просто. На, специально его прокачал для того, чтобы больше экспы получить. Рассчитано все было четко. Красава, мунчанский, легенда. 20-33 лимит на 42, правда. Ну ладно, у нас ничка ставится. Порадуемся за Михаила. Десяточка. Десяточка. Ребята, кидайте в чатик, что можно купить на десяточку, пожалуйста. Предлагайте свои варианты, потому что... Ну, такие, как бы, на земле не валяются. 10к. Жень, 10к у нас скоро будет, через пару часов. От Соника очень много. Особенно приятно получить будет от Соник. Сколько я уж тебе денег залил, вообще... А, ну, стоп, персоналочка стоп, пошла, изи просто ловит, ушел. И ловит! Блин! Это 3-2-2 у Муна, смотри, золото, 3-2-2, это подстава. Ничего, ребята, справедливость восторжествует. Пока ничего. Мун соберется. 3-1 еще. Все вполне вероятно, что будет 3-1. Да он уже собрался на третью карту. Какие тут что? Ничего. Минус шаман. Нана, ГГ, Ливай. Просто 1-1. Невыносимо. Десяточка стала поближе. 10 тысяч рублей у Соника втиснуть. Ох, это будет сладенько. Ой, хорошо. Ребята, накидывайте еще ваши варианты, что можно купить на 10 тысяч рублей. Ой, как он Арчу подставил и сразу схайдился. Ты видел? Сейчас Блэйда можно не выпустить здесь. Блочь, как никогда не блочил. Давай, Блочь, заводи его. Ай, обходит по правому флангу. Нет. Ах ты, тварь, куда побежал? Тварь. Ненавижу тебя. Ну, не тебя, Блэйда. Арчу можно потерять. Блэйд кританул! Ах ты! Ой, рандомщик. Тепло поводил. Блин, опасно. Став оправ... И он уже здесь, он не уйдет сейчас, Блэйд!
Как это? Нет, свинью! Блин, да как так-то? Ты что? Так они контролят, конечно, как психи. Представь, сколько времени прошло с того момента, когда Димка улетал еле-еле на телепорте, когда он вернулся. Продолжается сражение, третий бестмастер. Ой, все красное, все без маны, один Таурен ничего сделать не может. Будет третий, соберись. Господи, как это приятно. Не давай, есть свиток. Свиток лечений прекрасный, минус рейдер раз. ГГ, шаве! Как сладка победа, как сладка, просто пиздитетька. Это фиаско, братан. Ну что, я подолью немножко... Ты сам предложил, я как бы сидел спокойно. Ты мог не предлагать, тем более сразу такую ставку, 10к. Мы же раньше с тобой на пятерке играли. А сейчас ты прям 10. 10, это же до хрена денег. У нас в Белгороде зарплата, знаешь, какая средняя? 25 тысяч. Все, 10к. У меня есть для тебя предложение на финал. А ну-ка. Я ставлю на Муна 10-ку, а ты на Фогича. Кстати, мою же! Ты на Муна, а я на Фогича. Ну да, Мун же проиграл 0-3. Вот тебе шанс отыграться. Изи ну, просто. Ну нет, это так неуважение, наверное, к чатику. Ну сейчас я подумаю, подожди. Да какой щегол, да идите вы в жопу! В смысле не надо это, да, это вы правы, пацаны. Ну сейчас я подумаю, пацаны, что делать? Зайдите в чатик, напишите. Что делать? Я бы на твоем месте проконсультировался с супругой. Как бы потом объяснять, что стриминг это... Надо маму звать. 20к как в Сустамбурге. Блин. Соник, проси 2 к 1. Какое 2 к 1? Вы пропустили финал верхней сетки? Финал верхней сетки, алло. 3-0, Фоги выиграл Муна. Как бы, считайте, с моей стороны это жест доброй воли, это подарок просто, судьбы. В данный момент... Кому выиграет? Народ пишет, что надо повышать до 10к или до 50. До 10к мы уже забились, я уже как бы все. Все, согласен? Не, подожди, не. Не, ну я не понял просто по твоей формулировке. Все время есть же подумать. Ну, до начала первой катки, да, у тебя есть время подумать. Это было шикарно. Ребят, если кто сейчас 10к докинет, будем с Майкером на 50 забиваться, если он согласится. Не, я не буду забиваться на 50. Че, дурак, что ли? 3-0 в финале, просто Фоги выигрывает Муна, и через полтора часа я такой, ну, давай 50 на победу. Такой, вообще, молодец. Ладно, давай тогда предлагаю тебе на 10 тысяч и 1 рубль. Ставка. Тогда ты сможешь уйти в плюсе. Но тогда будет 20 тысяч и 1 рубль. Тогда же жене будешь говорить, я проиграл больше 20 тысяч за один вечер. Что скажешь по поводу 20к? Нет, у меня таких денег нет. Мне все, что выше десятки, нужно с женой согласовывать. Ну, у тебя есть тоже минута 50 согласовать с женой? Не, я, пожалуй, откажусь. Тык, 12 секунд. Ну все, давай тогда на 10к и 5 рублей, чтобы хотя бы в плюс уйти немного. Хорошо, забились. Все, забились. Ты на Муна, я на Фоге? Ну, если хочешь наоборот, я могу на Фоге поставить. Ну, такое, ставка, ну, давайте посмотрим. Ну, как не согласиться, пацаны, вечер-то... Подожди, если ты мне позволишь поставить на Фоге, я ставлю на Фоге, естественно. Так, давай. Так. Ну скажи да, я поставлю на Фоги вообще изи. Если так, то только на 20, если наоборот.
Ты дурак, что ли? Подожди, как я... Ладно, хорошо, на 20. Вообще без проблем. Да, да! Я ставлю на фоге. 20-ка! Сейчас минус 30 будет сейчас, блин! Что ты сделал? У тебя было время, чтобы нормально подумать. Я собрался! Нет! Ты такой вообще, я сейчас вернусь. Фоги, давай, тащи. Я изначально хотел на тебя поставить, но подумал, что надо Соника выручать, как-то поставить на проигравшего одинаковую сумму для того, чтобы уйти в ноль. Но алчность мы сбили с пути истинного Соника. И сейчас у нас ставка на фаворита. Во-первых, на нашего. Во-вторых, на того, кто уже дернул, блин, 3-0. Муна. Ай, уже как будто сейчас просто же как бы... Давай, давай, я верю, что ты можешь. Топ-1, топ-2 эльф мира, кстати. О, Демон Хантер на Демон Хантер. Болеем за желтого эльфа. Он в трусах желтых, в левом нижнем углу. Это Фоги, украинец. Нага пустая, Тинкер пустой, МГ живые, Форкет отличный, Мун не знает, что делать, Соник тоже. А, ГГ 1-0. Соник знает, что делать. Да есть же что. Какой провал! Какой провал! 1-0! Ну согласись, какая игра качельная. Это же. У них мейн закончился, у них там страты менялись. Ай-ай-ай. Да, вот это класс. Став. 36 на 58, понятно. 58, допушивай, диспел пошел. Пропушивай, нормально. Халява. 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 К сожалению. К большому сожалению. Панда 4, коты падают. Арчи тут вообще против панды, это не тот выход вообще. ГГ пишет Фоги 2-1. Чёрт! Не хлопай! Нет! Тяжело в это верить, но чат взрывается. Итак, 2-1. О, это низко. Блин. Слушай, ну... Давай пятерку ты все-таки скинешь. Просто. И закроем вопрос. Демон Хантер на Демон Хантер. Ну, сейчас пойдет опять зеркалка, переть не будет. Фоги проигрывает пока что со счетом 1-2. Давай до конца. Нет, не до конца. В течение минуты. Я даю тебе последний шанс. Просто последний шанс. Я предлагаю встречное предложение. Ты готов? Нет, зачем? Мне не нужно встречное предложение. Я тебе предлагаю. Просто пятерку прямо сейчас скидывай, и все. Я предлагаю тебе встречное еще 10к добавить. Куда? На каком основании вообще? Гулять так гулять, как говорится. Такой молодец. Гигант мысли просто. А чё нет? Вечер перестает быть томным. Так, ну что, время обдумывания действительно истекло, так что просто фиксируем, что ты не воспользовался этой возможностью. Последний шанс. Ты решил принять, надо так утащить предложение. Левелап у Муна, к сожалению. Ой, 44-50, уже не очень хорошо. Риджов пошел. Очень битый Дима. Очень битый Дима, став! Нет! Нет! Лимиты сравниваются. На телепорте возвращается Фоги, дожми, здоровый демон. Убежали наши арчи. Демон Хантер наверху, без в КД бутылка, он не может. Да, демон умирает, да. Да. ГГ. 2-2. А ты-то чего орешь? Становится интересно. Такая игра. Офигеть, вот это финал. Ну, шансов сейчас стало мне немножко побольше, кажется. Я не знаком с теорией вероятности. Как ты считаешь, вот как до этой катки, как ты оценивал свои шансы на победу? Я думаю, ты изначально был уверен, что Фоги возьмет изи. И поэтому была вообще сброс в мой огород, прям обида была, если честно. Зачем ты согласился? У тебя был выбор, либо так, либо так. Я согласился, я сделал контрнаступление. И, как видишь, не зря. Блин, вот сейчас ты описываешь просто местами свой игровой стиль. Как бы зачем ты наступал в том моменте, где как бы ну не нужно было наступать? По идее.
Было же 3-0 от Фоги Муна. Два часа назад он его 3-0 катнул. Сейчас 2-2. Ну, ты прав абсолютно здесь. На тот момент, понимаешь, на тот момент. Ну, по-моему, можно спустить, как ты знаешь, в известное место. Окей, хорошо. Окей, хорошо, посмотри факты, 2-2. Поджимай, так что? Ну, о, нет, 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 нет. Давай, 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 давай! Да! На Тоникова вообще! Ты видел, как А подрезал? Протекторы живы, стреляют! Да ладно! Да ладно! Да ладно, три баллисты, души его! Блин, на руках 900, он пошел сейчас покупать свиток в магазине. Хорош, спасибо тебе за совет по поводу свитка. Сейчас мы купим свиток лечения. 2, еще серклетку. Отлично, отлично. Активнее, активнее, Соник. Давай, комментируем последние секунды матча просто. Половины базы просто нет уже у Наликова. Половина базы. Ой, помнишь мое предложение? Помнишь? Помнишь? Да! Да! Победа! Победа! 30к! Спасибо! Фогич, красава. Соник, ты тоже молодец. Без тебя этот вечер бы не получился. Я желаю тебе удачи при общении с женой. Это грустная история. Да, не будем о грустном. Но мы были близки. Ты был близок, Фоги был близок, Мун был близок. 1-2, он проигрывал. Ей, Фогич, здравствуй! Алло, 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 как слышно? Здрасте, я там слышал, какая-то ставочка была. Я тебе все расскажу. Короче, это незабываемый вечер. Спасибо тебе большое за прекрасные игры. Мы с большим удовольствием с Соником прокомментировали этот матч. Это было... Ну, мне сложно рассказать, но... Короче, плюс 30к. Плюс 30к, я верил в твою победу. Соник не верил. Он болел за Муна, я пытался ему противостоять, и в результате у нас получились такие яркие игры. В общем, было интересно.